Если вы хотите сделать вашего ребенка несчастным, приучите его никогда не слышать слово «нет». Если Бог создал нас по своему образу и подобию, то мы, определенно, вернули ему этот комплимент. Откапывая ошибки других, люди теряют время, которое, быть может, употребили бы на открытие истин. Счастье – это только сон, а горе – действительность. Власть над свободными людьми более прекрасна и более соответствует добродетели, нежели господство над рабами. Камень, который по природе падает вниз, не приучишь подниматься вверх, приучая его, подбрасывая вверх хоть тысячу раз. Аристотель. Цитаты и афоризмы. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал. Исчезнет радость от пиршества светлого, ежели зло торжествует. Дух мой вынослив, немало трудов перенесть мне пришлось в море и в битвах. Пускай же случится со мною и это. Только желудка, его нам осилить никак невозможно. Жадный желудок проклятый, он бед нам приносит без счета. Люди ради него и суда крепкоребрые строят, беды готовя врагам на море, всегда беспокойным. Пусть тебе боги дадут, чего и сама ты желаешь. Мужей собственный дом, чтобы в полном и дружном согласии жили вы с мужем. Ведь нет ничего ни прекрасней, ни лучше, если муж и жена в любви и в полнейшем согласии дом свой ведут, в утешение друзьям, а врагам в огорчение. Больше всего ж они сами от этого чувствуют счастье. Дружите с умным, ибо друг дурак порой опаснее, чем умный враг. Слово подобно выпущенной стреле, и никогда еще стрела обратно не возвращалась. Мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании. Почему мы не влюбляемся каждый месяц в кого-то нового? Потому что при расставании нам пришлось бы лишаться частицы собственного сердца. Все, что вы делаете в постели, прекрасно и абсолютно правильно. Лишь бы это нравилось обоим. Если есть эта гармония, то вы и только вы правы, а все осуждающие вас – извращенцы. Лучший модный аксессуар женщины – красивый мужчина. Женщина не может быть счастлива, если она нелюбима, а ей нужно только это. Женщина, которую не любят, это ноль и ничего больше. Уж поверьте мне, молодая она или старая, мать, любовница. Женщина, которую не любят, погибшая женщина. Она может спокойно умирать, это уже не важно. Как ни крути, женщина в жизни мужчины бывает только одна. Все остальные – ее тени.
Работать нужно с умом, а не до ночи. Наградой за доброе дело служит свершение его. Две вещи больше всего укрепляют дух: вера в истину и вера в себя. Удачные моменты надо уметь ловить и пользоваться ими. Человек есть сложное и поэтому трудное для себя самого существо. Вся жизненная действительность идеальна и реальна во всех своих изгибах. Она логична. Никто не в состоянии делать все, балагурить и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и все одинаково хорошо, как это умеет Гайден. Вы знаете, что я становлюсь совершенно бессильным, когда мне приходится писать для инструмента, который я не могу вынести. Наши богатства, находящиеся в нашем мозгу, умирают вместе с нами. Если, конечно, кто-то не отрубит нам голову, в этом случае они нам все равно не понадобятся. Говори кратко, проси мало, уходи борзо. Всякий, кто украдет из казны настолько, сколько стоит веревка, на той же веревке повешен будет. Берегите пушки, солдатню бабы еще нарожают. Несчастье бояться, счастье не видать. Жаль, что в рай надо ехать на катафалке. Ни на каких часах не найдешь стрелки, указывающие, как жить. Да всего лишь два шага. Один вперед, другой назад. В качестве читателей мы иногда напоминаем тех мальчишек, что подрисовывают усы девицам на рекламных изображениях. Мы грешны в той мере, в какой несчастны. Человек, творящий историю, существо, которое не может не повторить свое прошлое, не избавиться от него. Мудрость правителя следует оценивать не по тем великим свершениям, которыми ему довелось руководить, а по тем губительным ошибкам, которых ему удалось не допустить. Мудрость правителя следует оценивать не по тем великим свершениям, которыми ему довелось руководить, а по тем губительным ошибкам, которых ему удалось не допустить. Если ты думаешь, что справедливость победила, попробуй убедить в этом побежденных. Прекрасная и добродетельная жена – это мираж, который изображает чистые озера и тенистые аллеи в нашей нравственной пустыне. Свобода мышления составляет неотъемлемое право каждого. Нет человека более одинокого, чем тот, кто пережил любимую. Когда любишь, хочется что-то делать во имя любви.
Хочется жертвовать собой. Хочется служить. Воздержание – лучшее средство против ереси. Люди упорно путают брак и любовь, с одной стороны, счастье и любовь с другой. Между тем, это совершенно разные вещи. Именно поэтому, хотя любовь – вещь очень редкая, среди браков бывают и счастливые. У тех, кто пишет ясно, есть читатели. У тех, кто пишет туманно, комментаторы. Разум бессилен перед криком сердца. В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их. Все исторические перемены значили немногим больше, чем смена хозяев. Иерархическое общество возможно только на основе бедности и невежества.